Банк, де у вас був депозит, визнали неплатоспроможним. Не поспішайте прощатися зі своїми коштами. Їх можна повернути. Держава захищає ваші гроші. Але що варто знати, аби не втратити жодної копійчини, розкаже, як завжди, наш народний банкір. Спонсор показу – Перший український міжнародний банк. Олег, Чернігів, 36 років. Мав вклад у банку, який визнали банкрутом – 30 тисяч гривень. Запитую народного банкіра, як відбувається виплата вкладів таких банків, до кого звертатися. Согласно закону, якщо сума депозита включає проценти или счета не превышає 200 тисяч гривень, то фонд гарантування виплачує такі вклади в першу чергу. Узнать информацию о выплатах можно на сайте фонда гарантирования или на сайте проблемного банка. Там четко указано, с какой даты начинают возвращать вклады и какие банки это делают. Для выплаты вкладов в проблемных банках фонд выбирает партнеров очень тщательно. С 4 ноября Банкпункт выплачивает депозиты вкладчиков банка «Финансы и кредит» из 7 регионов. Важный момент. Согласно закону, вам вернут основную сумму депозита и проценты, которые банк начислил до момента, когда официально признано его неплатежеспособным. Что нужно знать, чтобы вернуть свои деньги? Первое. Не позднее 30 рабочих дней с момента введения временной администрации должны начаться выплаты по договорах, срок действия которых уже закончился. В течение этого времени временная администрация готовится к проведению выплат, составляет реестр вкладчиков и объявляет о начале выплат. Далее фонд и проблемный банк публикуют список банков, которые будут проводить выплат. Вы можете узнать, какой банк будет возвращать вам средства. Уже на его сайте можете узнать детали по выплатам. Прочитайте их внимательно. Например, нужно сначала позвонить в банк, договориться о времени и отделении, где удобно получить свои деньги. Банк подготовит нужную сумму. Теперь остается взять с собой паспорт и ИНН и прийти в указанное время и получить выплату. За свои деньги вы можете не переживать. С начала года наш банк выплатил депозиты более 50 тысяч вкладчиков 6 неплатежеспособных банков на сумму свыше миллиарда гривен. Больше трети этих денег переразмещено в стабильном и надежном банке. Это очень важно. Возвращать доверие вкладчиков. Нехай ваші гроші спокійно приносять дохід. Спонсор рубрики «Народний банкір» – Перший український міжнародний банк.